Всем привет! Привет, меня зовут Даня. И сегодня мы пришли в Лего Парк. Будем смотреть, что там интересного такого, да? Билеты мы уже взяли. Побежали! Вот, смотрите, Лего тут. Вау! Как тут классно! А тут можно построить какой-то дом. Данюшка, пошли. Там как паровозик стоит Лего. Ух ты! Какой дядька с отбойным молотком стоит. Да. Даник, пойдем сначала, там есть какой-то ниндзяго. Идем посмотрим, что там. Ой, как тут темно. Вау. Что здесь такое? Нам выдали по вот такой вот пушке. Сейчас пойдем смотреть, что там мы делать будем, да? Сейчас мы что-то будем куда-то стрелять, короче. Идем посмотрим. Ну-ка, что здесь? Обалдеть, что это такое? Вот наши пушки светятся. Сейчас мы будем тут стрелять. У тебя так кофта светится тут. Освещение такое специальное. Ух ты, что-то началось. У нас пушки заработали. Ну-ка. Вау. Оно лазером стреляет. Вау, тут не видно. Не видно. А моя пушка не стреляет. Вон, видно лазер. Вау, 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 вау. Бьем, бьем, бьем. Вау. Этот пистолет, он еще дрожит, когда, не знаю, когда в тебя попадает, что ли. Пиум, 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 пиум. А у меня не видно лазера. У меня плохо работает. Вау. Ниндзяго. Офигеть, тут реально классно. Да, когда ты попадаешь в мою пушку, она дрожит. Все, конец. Идем, Даня, пошли. Здесь выход вот. А смотри, там еще Лего. Идем сфотографируемся с ним. С дядькой. Нет, смотри, какой он классный. Вау. Самый крутой в мире. Что это за игра такая? А у Анюты какой-то человек-паук. Лего. Ух ты, класс. А здесь что такое? Супер Хироу Марвел. Здесь для более старших деток. Анюта пошла с папой играть во что-то другое. Сейчас мы заходим в фильм смотреть, да? Класс. А чечи выдают? А ну-ка покажись, Дань. Класс. Заходим.
Какие тут крутые сиденья. Ой, на нас тут что-то брызгает. Вау. Ой, куда это мы бежим? Ой, я не могу, я держу фотоаппарат. Ух ты! Что это такое? Ой! Это какой-то рыцарь! На нас тут какие-то лягушки нападают. Ой! Что там тебе надо делать? Ой, мы в какой-то пещере. Ой. Класс. Вы такие пышные. Падаем куда-то. Ой. Как нас тут телепает. Класс. Ой, что-то брызгает нас и трогает за ноги. Вау. Ой. Что это? Ой, на нас вот это чудовище нападает. Опа. Красота. Решили перекусить перед следующим аттракционом. И посмотреть кино чуть-чуть. Да? Даник, мальчик очень быстро собирает, да?
Мы пойдем сейчас вот на этот паровоз. Вот мы и едем. Много деталей. Ну и как всегда, тут есть магазин, да? Да. В котором можно посмотреть что-то. Да. Пойдем? Майнкрафт. Лего Сити. Ух ты! А это что тут такое? Так все крутится. Свет, смотри, мигает. Прикольно, да? Это пиццерия. А что это такое? Это... Ух ты! Ну-ка! Вау! Это занавески, что ли? Класс! А это игры для Xbox. Здорово! Смотри, какой самолет, Аня. Ну, что тут крутится? Не знаю. А, у вертолета, смотри, лопасти крутятся. И тут кнопка еще какой-то звук делает. Видел? Есть какой-то звук? Нет. Ух ты, смотри, сколько лампочек. Ух ты, какие машины. Дикие животные тут, смотри. А это вертолет какой крутой, смотри. Крутится тут что-то. Смотри, паучок красный, видишь его? Да. А что здесь такое? А тут лебеди, да? Как залезать? Катамараны. Да. Класс. Идем узнаем? Вот на такой штуке мы сейчас будем кататься. Я еду сюда. Давай, заходи. Класс. А там паровозик какой-то, смотрите. Анюта, ты видела вон тот паровозик? А? Вон, вон, смотри. Едем. Тут классно. Сколько тут водички. Мы сейчас упадем. Нет, мы не упадем. Анюта, если даже мы упадем, тут вообще мало водички, тут мелко. Но тут красиво. Да. И фонтаны тут есть, да? И водопады. Да. Вон там впереди. А если мы будем водичку, будет туда либава. Не, все нормально будет. Смотрите, какой красивый там фонтан наверху, а? Видно? Видно вам?
Можно я буду сюда? Смотрите, там люди внутри ходят. Посмотрим, можно ли зайти потом, да? Ух ты! Нас сейчас обрызгают? Да? Все, меня всю залило просто. Анюта, тебя обрызгала? Обрызгала тебя? Да. Даник главный за руление. За повороты, да? Ух ты, какой лебедь красивый нам навстречу. Проезжаем, проезжаем. Резкий поворот. Что, я устала? Будем мышцы качать. А здесь тупик. Мама, мы сейчас врежемся в Биопарк. Мы никуда не врежемся. Зонтики раскрывают здесь. В местном кафе. А, там, оказывается, можно проехать. Тишина, спокойствие, только ноги папины и мамины работают. Надо будет завтра. Да, да. Ничего, припаркуемся. Вот и все, мы покатались. Теперь будем думать, чем нам заняться дальше. Тут есть какие-то автоматы. Что вы хотите тут взять? Я хочу вот это. Анюта, будь здорова. Я хочу это. А ты что хочешь достать? Вот этих... Кто это такие? Bouncing Bullhead. Bouncing Bullheads. Так. Это что за bullheads? Какие-то прыгающие шарикоголовы. И кто это? Флэш. Это флэш? Да. Ну, тут всякие разные есть, да? Да. Класс. Вот они. Они как мячики. Давай бросим, посмотрим, как он отскочит. Опа, смотри, как мячик скачет. Потому что это его голова. Да, мячикоголовы. Вот, смотри. Ой, у них голова цепляется. Обалдеть. Обалдеть, класс. Ну вот и все, наша прогулка закончилась. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь. А мы с вами прощаемся. Пока-пока. Пока.